Хоба, привет, с вами доктор Влад. Я уже подготовился к стриму, к своему. Тут даже гитарку взял. Вот, а пока новости. Стрим, я напоминаю, через 40 минут. Российские власти планируют вовлечь в волонтерство в ближайшие годы каждого пятого россиянина. Нормально так. И вот сразу есть такая нюта. Федор Мессер на заседании Госсовета предложил чиновникам стать волонтерами в хосписах. Ну, хосписы, если кто не знает, там безнадежно лежат больные, да. Вот так вот, да, пойдут они как же. Держи карман шире. Российский спорт может оказаться в изоляции в следующем году, предупреждает глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Он написал письмо Владимиру Путину. Ганус отмечает, что необходимо предоставить базу данных проверки допинг-проб российских спортсменов Всемирному антидопинговому агентству. Вот. А эксперты ВАДА получили доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, однако им не предоставили непосредственно допинг-пробы. Ну, просто зашли и ушли, да? Владимир Путин впервые пообщался с избранными от оппозиции губернаторами. Вопреки сложившейся традиции, Путин почти 2 месяца не поздравлял победивших. Ну, в общем, да, конечно, встретился. Склады, сети красные и белые по всей России будут закрываться, будут оставаться закрытыми до завершения проверки спецслужб. Кто-то им здорово подгадил. Ну, то есть под Новый год они продавать вино свое не будут. И, то есть это обрушение, по сути дела, да, это банкротство. Турция с 1 января наступающего года вводит налог на безопасность для туристов. Ну, не так много, полтора доллара, но тем не менее, неожиданно как-то. Не было более постоянной и незыблемой величины. Александр Плющев пишет. Это скончался Алексей Михайлович. Это значит представитель ТАСС в Италии. Вот. Ну, в общем, я его не знал совершенно. Но вот Александр Плющев с Эхо пишет, конечно, очень добрые и хорошие слова. ТАСС менялся. И не в лучшую сторону. Алексей Михайлович всегда оставался профессионален и корректен. Мне будет его очень не хватать. Ну, я его не знал совсем, ребята. Тут комментарии закрыты, естественно. Лепит оправдание. Матвей Гонопольский развернулся не на шутку. Интервью Золотова интересно не то, что он сказал, а что он не сказал и как говорил. Ну, во-первых, он дал интервью «Комсомольской правде», верной газете Кремля. Во-вторых, обратим внимание, как именно подано интервью. Оно названо эксклюзивным. Но не подумать, что там есть какой-то эксклюзивный материал, исключительный материал, да? Просто интервью дали именно этой газете, а не какой-то другой. А дали этой газете ровно для того, чтобы корреспондент был дрессированным и не задавал лишних вопросов. Ну, в общем, и так далее, да? Конечно. Так, а что у меня два лепета оправдания? Интересно, Марат Баширов снова избил свою жену. Я что-то не понял. Он ее каждый день бьет, что ли? Это ужас какой-то. Неплохой артист вообще-то. В правительстве рассказали про скорость авангарда. Ну, вот эта ракета. Я вам уже говорил, что ракеты нет. Есть старая ракета, на которой прицепили будочку с названием «Авангард». Вот и все. Ну, ладно, пускай радуется. Информацию о матче Кокорина и Мамаева в Бутырке назвали уткой. Ну, они футболисты, вроде бы собирались играть в футбол прямо в тюрьме между командой заключенных и в лице Кокорина, Мамаева и Протасовицкого какого-то, и команды администрации СИЗО. Ну, в принципе, я видел один раз, когда я был как раз, знаете, где на сборах армейских, да, в институте. Там у нас один парень был профессиональный футболист. Он играл один против, но он говорит, сколько хотите, столько выпускайте, я вас всех обыграю. Он действительно всех обыграл. Причем он даже предупредил, ребята, извините, я буду играть в сапогах, но я не буду бить по ногам, и я буду просто ходить, я даже не буду бегать. Он обыграл всех. Вот кто там вышел, да, он как-то телом очень умело закрывал мячик, и, в общем, отобрать у него мяч было никому не в силах просто-напросто. Ладно, что там еще? В 2019 году пенсия увеличится у 30 миллионов россиян на 1 000 рублей. Я думал, на 3 рубля. Ну, в общем, вот такие новости, а это скорее проба моего микрофона. Проба моего микрофона и гитары. Через полчаса будет стрим, ребята. Пока.